отправили в защите, мы такое ощущение, наверное, вышли немножко, вроде бы заряжены на борьбу, но где-то, может быть, не сконцентрированный. Тот процент атаки, который мы показали в первой четверти, он, конечно же, не удовлетворил нас. И тем более против такой опытной команды, как Милан, любая потеря, любая ошибка, она, как правило, стоит 2 или 3 очков. Безусловно, конечно, нам нужно становиться лучше, чтобы в дальнейшем не допускать, потому что на протяжении 2 последних игр мы играем практически по одному и тому же сценарию. Ну, за исключением, я имею в виду, что мы сегодня за счет своей, опять же, активности вернулись в игру, и последние 3 четверти, а если посмотреть по статистике, мы выиграли. Поэтому нужно больше, наверное, работать, чтобы быть лучше. Следующий матч не менее будет легким. И, безусловно, нам нужно выносить те моменты и смотреть, почему мы так начинаем. И как мы начали там вторую четверть, например, так нам надо начинать первую четверть. С полной активностью, с полной самоотдачей, потому что у нас нет другого варианта, другого шанса. Вот если мы не можем реализовать какие-то свои моменты, значит, нам нужно быть лучше в каких-то других моментах. В данном случае, наверное, это защитные действия. Congratulations to Milano. Unfortunately, whatever I said, however I said it, in whatever language I said it, everything is summarized of on this game, and justification of this loss is because of the very bad start we had. Shooting 3 out of 12 twos, they shoot 10 out of 12 twos, 0 out of 5. Means that our shooting percentage was 3 out of 17 and their shooting percentage was 12 out of 16 from the field. After that, the three quarters, if you summarize it, you will see that we won by 12, 66 to 54. But when you start with minus 20, it's not easy to come back. We managed to bring the game a couple of times at 5 points with having 2 free throws in our favor, missing both. 6 over there, we were fighting, but as I said, however I said it, this way or that way, the sloppy start was very bad.